Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и просто гости моего канала. С вами Аракис, и это продолжение рубрики «Рандомный гайд», точнее, третья его часть. Сегодня мы сделаем гайд на... Кого же мы сделаем? Так, и гайд у нас будет... Ну, естественно, переходим мы на наш сайт. В прошлый раз выпало число 8, до этого я делал не через сайт, но у нас был... вот, кто у нас там был, Dead Knight и так далее. Вот, ну, и так как вы помните... Персонажей, которых я обозреваю, 79. Сейчас генерируем. Прошу прощения, камера упала. 19. Итак, заходим в игру, считаем. Закрою я браузер, чтобы не лагало. Прошу прощения. Итак, так. Заходим в монстриков. Коллекция. Ну, начнем по стандарту с огненного. Перейдем сразу в эвейкнутых. Да, немножко подготовился, прогрузил всех монстров на всех стихиях. Так, начинаем. Вот, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Джеффри 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Итак, сегодня у нас в обзоре будут ведьмы. Да. Это девочки сначала, которые в руках держат метлы, а потом такие уже мега-посохи и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, начнем с огненной. Ребекка, кстати, одну из них недавно фиксили. По-моему, вот эту же Ребекку и фиксили. Точнее, не помню. Ну, как фиксили. Точнее, обновляли скиллы. Не помню, каким там термином это проще сказать. То есть, все персонажи, большинство персонажей этого класса, то есть, это класс помощи, саппорт, называйте как хотите. То есть, они вспомогательные персонажи. Каких-то нереального урона вы, скорее всего, нет, одного представителя этого класса не добьетесь. Ну, в принципе, все разберем по порядку. Итак, перейдем к первому скиллу. Первый скилл, он у всех одинаковый, рассмотрю его на Ребекке и в дальнейшем не буду на нем зацикливаться. Атакует монстр, ну и есть шанс повесить дот на один ход, 50% шанс, и по-моему с ростом, я покажу на Меган на своей, с ростом навыка, то есть повышается шанс некий. Кстати, так скажем, оффпост, вы видите, FPS теперь у меня стабилен, если... У меня и лагает Нокс, то есть выдает 12-13 FPS, как обычно, но он выдает стабильный FPS, то есть у меня теперь нет фризов вот этих по 10-20 секунд и тому подобное. Спасибо одному из моих подписчиков, как видите, помогают мне хорошие люди. Полазил я в биосе по его рекомендации, там поменял немного настроек, теперь лаги, но стабильные, назовем так. Вот. Перейдем ко второму скиллу, атакует всех врагов силой зависти. Ты какая нехорошка, ты ж ежик. И ослабляет их защиту на 2 хода с 50% шанса. Я так понимаю, шанс, по-моему, растет. Не будем углубляться. Данный эффект активирован со 100% шансом, если у врага есть усиляющий эффект. Угу. То есть я скажу вам так, на начальном уровне, в дальнейшем в лейте она вряд ли зарулит. Ну, знаете почему вряд ли зарулит? Потому что ее никто не использует. Как минимум в защите я ее не вижу, а так, чтобы ее использовали в атаке, великих видео там на ютубе и тому подобное я не видел. То есть все-таки может большинство скажет, что естественно это корм для Меган, водяной представительницы этого класса, так как она считается топом. К ней перейдем чуть позже, но давайте рассмотрим этот навык подробнее, так скажем, для тех, кто не знает, что он значит. К примеру, да, ситуация: у вас есть Ребекка в пати, неважно, не важен состав остальной пати, против вас, к примеру, походила Хлоя, так еще и походил, ну, к примеру, Шарик Ветра Аквила, да, то есть там накидали там 4-5 бафов и так далее. То есть, что делает она, даже если есть, в принципе, один усиляющий баф, как я понимаю, это 100% вероятность. К примеру, там, да я не знаю, любой персонаж навесил 1, 2, 3, 4, там, 50 бафов и так далее. То есть, она, когда использует свой второй скилл, вот, то есть 100% она наносит, нанесет, точнее, урон и повесит дебаф. Прошу прощения, заговариваюсь, потому что недавно уже снимал два видео. Вот, то есть дебаф будет 100% на каждом из персонажей, на ком был баф, собственный баф. То есть раскол будет висеть. Вот, ну, в принципе, я считаю, неплохой, так скажем, скилл для начала, для начального этапа. То есть это, в принципе, некая замена даже, могу сказать так, пирату, к примеру, водяному. Это замена луэру, водяному фантому.
у которого тоже с третьего скилла раскол есть массовый. Ну и если вам нужен просто массовый раскол, то это неплохой вариант, но опять же, этот персонаж покажет всю свою ценность, если против вас походила пати, либо один из персонажей, у которых был баф. Так как шанс будет 100%, и вы не будете запариваться, там, я не знаю, в точности и тому подобного. То есть это 100% гарантированный дебаф на защиту. Вот. Итак, перейдем дальше к третьему скиллу. Устраняет ослабляющие эффекты со всех союзников и восстанавливается на 10%. Степень восстановления увеличивается за каждый устраненный ослабляющий эффект. Честно скажу, так же, как и на прошлом гайде, так как я ее не использовал и в защите не видел, вариантов у меня опять же два. Один из них 100% верный, и в принципе не особо они друг от друга отличаются. Ну как, в принципе, есть некая принципиальная важность. Но все же, к примеру, да, на вас накидали там дотов, дебафов и так далее, и так далее, и так далее. Она устраняет все дебафы, это гарантированно, так как я ее видел в башне. Вот, но я единственного не запомнил. Восстанавливает она себя на вот эти 2%, там, к примеру, и так далее. И выше, и выше, и выше. К примеру, там будет 10 дебафов на всех ваших, то есть она восстановится там на 20%. Либо она восстанавливает всех. Но мне кажется, себя. То есть это, знаете, скилл с кем похож? С Веромосом. То есть это некий аналог, только Веромос восстанавливается на 3%, но максимум он может восстановиться на 15%, так как с каждого персонажа, с 5 персонажей, он снимет, к примеру, по одному дебафу. Вот. А я так понимаю, Ребекка может восстановиться на энное количество хп, там, ну я так понимаю, до 100%. Хотя, возможно, ну больше уже смысл, да, к примеру, у нее там будет 20 тысяч хп, она восстановит 30, ай, чудеса. Фигня, в общем, получается. Но скажу так, что даже если она восстанавливает себя, ну, все равно. То есть это некий клинс. Кстати, щит похож на... Ладно, не буду заходить в другую игру. Очень похожая иконка просто. То есть снимает со всех ослабляющие эффекты. Плюс вешает... Ну, скажу так, это полусаппорт, опять же, это для лейта явно она не закатит, есть просто в разы покруче персонажей и тому подобное, просто те, которые вешают иммунитет и не допустят того, чтобы на ваших персонажах вообще висел какой-то дебаф. Поэтому этот персонаж, начальный этап, то есть начало развития, то есть когда вы там докачаетесь уже там до голды и тому подобное, вы сами поймете, что Ребекка уже не рулит. И лидерка, что у нее дает? Точность на арене на 26%. Я так понимаю, всем, естественно, любой стихии, ну, более-менее полезная лидерка, если у вас, к примеру, никакой лидерки нет. Хотя советую вам лидерку искать на скорость, либо на хп. Скорость на арене рулит. Чаще ходите, быстрее ходите, больше шансов выиграть, особенно если вы походили первые. Вот. Это не всегда так, но зачастую, зачастую. То есть, так скажем, верьте моим словам, но они не 100% не то чтобы верны, а есть, всегда есть контрпати. Любой, какой бы вы деф ни поставили, всегда будет контрпати. Вот. Перейдем, в принципе, к следующему. Точнее, выставим среднюю оценку. В лейте абсолютный, ну, скажу, ноль. Да, то есть она, возможно, заедет в какие-то там пати, варианты, да, любой персонаж там, чуть бы там не двухзвездочный, где-то может зарулить, это я прекрасно понимаю. Но если среднюю оценку ей выставить в лейте, то это будет 0 единицы, очень редко. А так, по началу игры, могу сказать так, средняя семерка, восьмерка, вот для середины вашей игры, так скажем, развития, семерку, восьмерку она свою держит уж точно. До 5 звезд прокачайте, попробуйте, потестируйте, возможно, вам, нам очень понравится, вы там раскачаете ее, оденете в мега-убер-руны и скажете: Аракис, упрись. Вот. По поводу рун, ну, скажу так, это желательно, естественно, свифт ей, скорость, то есть, и, к примеру, энерджи, либо фокус ей не нужен, ей нужно побольше хп, чтобы она дольше жила, снимала дебафы и тому подобное. Вот, ну и накидывала, естественно, раскол. Хотя еще одним неплохим вариантом будет Despair, то есть 20% шанс, не помню, как он называется по-русски, этот сет. Честно, не помню. То есть сет, который дает там 25%. Так как у нее шансы застанет, так как у нее второй скилл массовый, есть шанс докинуть дот, есть шанс застанить, еще и урон нанести. Ну, вы поняли, к чему я веду. Вот, перейдем к следующему представителю этого класса. Зовут ее Меган.
Как вы знаете, использую я ее там с незапамятных времен, с начала своей игры. Она мне как выпала. Я спросил в чате, не помню, кто мне ответил уже. По-моему, Мираж, если смотришь меня, привет. Вот, ответили, что она топчик, поэтому я ее начал качать. Где она? О, прошу прощения, а где она? Ты где? Где же ты, где? То ли я в глаз кидуплюсь. А, вот же она же у меня открыта. Ладно, а я ищу. А, вот, перейдем. Ну, первый скилл не будем смотреть, то же самое. Второй скилл. Зачастую используют ее в контрмере против, чаще всего, против Теомарса, так как у нее третий скилл, вы знаете, дает непобедимость, то есть его неважно, какой урон вы нанесете, вы не сможете его убить, пока не снимете баф. Либо, к примеру, ситуация, да, у вас есть, вот, как атакую я. Я ее сейчас одел в Виол плюс ответ, но я ее одел для данжей, то есть не повторяйте моего билда, если у вас нет супер-мега быстрых рун, если вы там наберете ей 200 скорости с такими рунами, как у меня, то, уверяю вас, она зарулит, лучше даже, чем в свифте. Вот, и, то есть, как у меня зачастую бой происходит на арене, к примеру, ходит моя Меган, накидывает баф, то есть третий скилл, к которому мы перейдем, и после этого, если Виол срабатывает, я накидываю яд жабы, к примеру, на Теомарса, и ходит моя Валька, и, к примеру, как вы знаете, в чем минус Вальки, когда она ходит по Теомарсу, она его вроде бы как, так скажем, убила, но он-то в этой непобедимости, и в ответ он может мало того, что убить вашу Вальку, там еще и целые пати перебить, если прокнет там очень хорошо Виол, либо просто отхилят. А я накидываю яд жабы, то есть он блокирует, если... расскажу подробнее, точнее, о дебафе этом. То есть есть три варианта этого дебафа, что он сделает. Первое. Вы просто нанесете урон, к примеру, да? Если там нет какого-то непобедимости и так далее и тому подобное. Второе. Вы снимете один рандомный баф. Один рандомный баф. И дебаф не повесится. И третий шанс... что вы снимите какой-то баф, точнее даже 4 будет, вы снимите какой-то баф и навесится дебаф, яд жабы на один ход. Что дает этот дебаф? На этого персонажа не смогут наложить какие-то усиления, то есть его не смогут бафнуть, на него там не смогут накинуть щит, там неуязвимость, все что угодно, любые бафы на него нельзя будет закинуть. И четвертый вариант, это яд жабы будет висеть как дебаф, но вы не снимете, допустим, тот баф, который на нем уже висит. Да, вот такие вот карусели с этим дебафом бывают. Поэтому, если вам повезло и вы, вот, как в моем варианте, вы походили, закинули яд жабы, и ваша Валька там ходит, Люшен, неважно, кто угодно, кто, допустим, заваншотит Теомарса, вы победили, так скажем, ну, для начала. То есть Теомарса вы стабильно убьете. То есть она не дает ему навешать свой баф. То есть сам себе эту непобедимость, когда у него хп там докатывается до нуля. Следовательно, это одна из, ну, где-то, так скажем, прямая контра Теомарсу. Есть много персонажей, конечно же. К тому же тут Тессарион, Огненный Ифрит, но про него будем говорить позже. Как-то там попозже, да. Вот. Поэтому очень неплохой вариант. Плюс, ну, естественно, Меган юзается зачастую из-за своего третьего скилла, к которому мы перейдем. Она добавляет атаку, то есть плюс 50%, и защиту плюс 50% на все пати на 2 хода. Также бустит свою пати по скорости, то есть синюю вашу полоску под хп. Это атак бар. Многие спрашивают, что такое скорость в игре. Вот и есть ваша скорость. То есть чем выше ваша скорость, тем быстрее заполняется ваша полоска синяя вот этой. Когда она доходит до конца, следовательно, ваш персонаж походит. Ну, завися от очереди, естественно же. Вот. То есть она увеличивает полоску вашего хода. К примеру, вы начинаете там со скоростью там в половине, да, она у вас восстановит еще плюс 20%, то есть ваш ДД походит быстрее, там, к примеру, бафер и тому подобное. То есть она ускоряет ваше пати, наподобие Бернарда, Грифона Ветра. Поэтому, естественно, она используется из-за этого скилла. Чаще всего, 90% случаев, она используется на арене и ГВ. То есть это ее прямое, в принципе, предназначение. Это персонаж аренный, то есть это топ, один из топ-баферов, особенно для Вальки, для Люшена ее используют.
Ну, в принципе, для многих ее используют. То есть персонаж очень хороший. Ее одевают, стараются одеть в максимальную скорость, как и Хлою. Но Хлоя должна все-таки быть быстрее. Чутку быстрее. Идеальный, когда ходит Хлоя, к примеру, если вы собираетесь через Вальку, была у меня когда-то мечта, я посмотрел видео еще ВКонтакте, там начало игры и тому подобное. То есть Валька только-только там, не знаю, начала себя показывать и придумали ей там всякие стратегии и тому подобное через Ниуяс. То есть ходила, к примеру, Нил, либо Хлоя, потом ходит Меган, дает баф плюс буст по скорости и тут же атачит Валька. Ну, естественно, меня это, вау, ты что? На таком этапе троих персонажей убить сквозь броню такой урон. Естественно, я загорелся и прокачал ее. Вот, поэтому персонаж очень хорош. И перейдем к лидерке. Лидерка также очень хороша, если у вас нет ничего другого на арену, то есть ни скорости, там, допустим, ни урона, ни хп, то есть лидерка тоже закатит. То есть 21% любому из вашего монстра, неважно, невзирая на стихию, но на арене. Вот, на то и здесь значок буква А, арена. Вот, общая моя оценка и где ее можно юзать. Юзаю я ее сейчас, что в данжах, я ее использую на драконе, я ее использую на гиганте, на драконе снимает щит, на гиганте снимает бафы, дотает первым скиллом, так как одета в вилы и контратаку, дотает еще чаще, чаще бафает, то есть мое пати не умирает. На драконе, ну, прямая ее обязанность снимать иммунитет и накидывать доты, плюс бафать. Вот, на арене. Также, естественно, и на ГВ я ее использую под Вальку чаще всего. Поэтому моя средняя ее оценка по моей использовании и вообще. То есть девятку я ей дам стабильную. Это очень хороший бафер. Тем более монстр изначально трехзвездочный. Это там не какая-то пятерка, там, это там не праха какая-то, еще тому подобное. То есть персонаж трехзвездочный, его может заиметь и получить каждый. Только, наверное, самый невезучий спустя там пару месяцев не получит Меган. Она, ну не знаю, в свитках она лично мне падала довольно часто. И скиллы ей проточил быстро. Вот. Поэтому персонаж хороший. Покупайте, одевайте, точите. Итак, перейдем к третьему персонажу. Стихия ветра. Про ветер, честно говоря, вообще не помню ее скиллы. Но сейчас будем по ходу смотреть на то. Это и рандомный гайд. Итак, где наша Силия? Оу. Так, первый скилл вы понимаете, второй скилл. Кстати, атакующий монстр, что интересно, так как первых два были, назовем так, суппорты, атакует всех врагов, силами ослабляет защиту. То есть точно такой же скилл, как и огненной стихии, не буду повторяться. Пока что интересно. И третий скилл проклинает врага и снимает усиляющие эффекты, чтобы нанести урон. Затем с 80% шансом на 2 хода вешает восстановление здоровья и препятствует получению усиляющих навыков. Скилл 100% бьет в одну цель, так как даже прочтя описание, ну не может столько всего сделать, там бла-бла-бла, там навешать куча дебафов, снять со всех щиты, все... И сделать это трехзвездочный монстр. Да пятизвездочных монстров нету. У Прахи, в принципе, считается некой имбой. Ее даже второй же у нее, по-моему, скилл, да, снимает? Ладно, не хочу ошибаться, но просто у нее скилл снимает бафы. Плюс сколько снял бафов, столько и дотов повесит на этого персонажа. Вот. По поводу третьего... Что заговорим? Снимает... все усиляющие эффекты, я так понимаю, и надеюсь, шанс все-таки приближен более к 100%, то есть не будет такого, честно, я не могу протестировать. Если вы ее использовали, напишите в комментариях, будем учиться и познавать ее вместе, так как я рассказываю свои общие, так скажем, ознакомления о персонаже и так, как я понимаю скиллы. Вот. Затем мешает восстановление. К примеру, да, ту же Хлою законтрить. Хотя смысл ее контрить. У вас есть вариантов, в принципе, два. Либо навесить на нее до того, как она повесит, либо на какого-то ДД, да, третий скилл юзнуть и препятствует получению усиляющих эффектов. Это как скилл у Меган второй, яд жабы, только она вешает на один ход, а вот Силия вешает на два хода. Следовательно, либо сама Хлоя не получит на себя же баф, который она попытается потом навешать, либо... какой-то ДД. В принципе, неплохая контра,
но опять же, скилл великого урона не нанесет, так как видите, просто прочтя описание, такое невозможно. Снимает дебафы, навешивает два... снимает, точнее, бафы, навешивает еще и два дебафа, ну, естественно, со своим шансом, так еще и выдать мега урон, конечно же, зависит все от рун, но средний урон с третьего скилла будет не огромен, поэтому как ДД, основной ДД, ветреный, она явно не закатит, разве что какой-то саппортирующий, назовем его семи-ДД, я думаю, это понятие все понимают, есть основной ДД, а есть тот, который помогает либо бафами, либо его, так скажем, подстрахует, вот, назовем так. Поэтому... ну, не знаю, честно говоря, очень сомнительный персонаж, очень сомнительный. Мне даже вот огненный больше понравился в сравнении с ветром. Итак, и лидерка опять же на арене увеличивает стойкость, то есть резист повышает всем на арене. Как видите, все разные лидерки, что прикольно. Ну, скажу так, средняя моя оценка, в лейте точно не закатит, 100%, ее не видно, ее никто не использует, честно... не хочу использовать слово корм, но в лейте она по-любому будет либо кормом, либо останется у вас в складе пылиться и вон с палочкой своей трусить, как новогодней елочки. Вот. Поэтому поначалу можете протестировать, если вам нужен какой-то там хороший дебафер, плюс снимать какие-то бафы, если у вас ни одного персонажа нет, который там снимает бафы, и вы крайне нуждаетесь, почему бы нет, можете попробовать. Всегда вы успеете скормить ее Меган, а вам придется это сделать, если вы захотите использовать, естественно, Меган. Итак, средняя моя оценка для середины игры это 5-6, так как не в каждой пати она заедет, не в каждой пати. Надеяться на то, что там кто-то бафнется, не бафнется, то, что она снимет бафы, не снимет, это тоже... так скажем, крайне не лучший вариант. Поэтому да, мало юзабельный персонаж. Перейдем сразу к свету. Так, свет. Где наша светлая царица? Молодица. Где она у нас? Ага, вот Линда. Встречал в башне, и сейчас перейдем поподробнее. Ослабляет защиту, данный, опять же, скилл, как у огненной и ветреной. Я вижу, часто повторяется этот скилл, зависть. Вот. Ну, естественно, перейдем сразу к третьему. Вызывает комету, чтобы атаковать всех врагов несколько раз. И создает... накладывает... какая-то несуразица, вам не кажется? Ладно. Либо накладывает щит, либо создает... в общем, переедем дальше. И создает накладывает щит на союзника с наименьшим уровнем здоровья на 2 хода. Союзник автоматически возрождается с 30% здоровья, если погиб во время данного эффекта. То есть, смотрите, в чем прикол этого скилла. Бьет она массово, то есть уже напрашивается через 2 ее скилла Despair Set, так как она персонаж атакующий. Despair Set. Попытаюсь поискать на... на ютубчике видеости, но мне кажется, мало чего я найду, разве что какие-то испанцы, они любят там поизвращаться, всякую фигню вот такую вот покачать. Ладно, прошу прощения. Вот, поэтому третий скилл. В чем его плюс? То есть вы наносите урон какой-то, урон. Единственное, чего я не пойму, это если она походит первая, и у всего ее пати будет... 100% хп. Навесит ли она щит? Мне кажется, навесит, и, скорее всего, щит она навесит либо рандомно, либо второй вариант, у кого меньше всего вообще хп по началу игры. К примеру, там у Вальки 15 тысяч хп, вот она на нее и навесит, да? А, допустим, у какого-то танка 40, на него, скорее всего, нет. Не знаю, по какому принципу. То есть, вариантов два. Во-первых, навесит или нет. И второе, на кого навесит. Такой некий абсолютный рандом, назовем его так. Союзник возродится, то есть на союзнике будет висеть 2 хода щит, он не защищает от урона, ничего, то есть этот щит просто вас воскресит, то есть это крест, который висит на вас, по-моему, он так и выглядит, да, насколько помню, крест, баф, то есть если вас убивают под эффектом этого щита, но опять же его всегда можно снять, если сняли, то, простите, не возродится ваш персонаж. В принципе, это некий сейв для какого-то там, не знаю, саппорта, для другого ДД и тому подобное, почему бы нет.
прикольная механика скилла, и согласитесь, немного подобных скиллов таких есть, поэтому как минимум это интересно. Я посмотрю интересный скилл, я не скажу, что это имба, там еще тому подобное, так как ее бы качали бы многие. Тем более персонаж трехзвездочный достать не так уж тяжело, хотя мне она, по-моему, ни разу так и не падала. Солдесвитка. Там мне Эшир выпал, блин, через 10 месяцев, о чем я говорю. Вот. Поэтому где-то она сможет себя показать, что-то она, возможно, и сможет. К примеру, хотя нет, в башне я же не думаю, что вы будете рассчитывать на то, что один из ваших персонажей умрет, да? Но в принципе в башню, в Despair Set, так еще и, к примеру, в ответ одеть ее, либо в фокус, нет, фокус ей в принципе не нужен. И не везде, опять же, заедет второй скилл, так как вот 50% шанса, возможно, если он повысится там до процентов 70-80 при прокачке, но мне кажется, повысится урон и 3 раза урон, ну вот так как вы видите, да, и один ход отката. Мне так кажется, просто у меня не было этого персонажа, я не могу 100% вероятностью сказать вам. Поэтому скажу так, скилл интересен, но я считаю мало юзабелен, никто его не использует. В лейте уж точно я не видел, в защите точно тоже не, я бы, блин, даже если бы знал, что проиграю, все равно бы я полез бы просто проверить, что этот персонаж сможет сделать. Поэтому по началу игры, опять же, интересный вариант. Интересный вариант. Но так как поначалу сеты у всех слабые, руны слабые, много урона она не нанесет, но иногда, я думаю, сможет вытянуть вам какой-то из боев. Поэтому прокачайте, до 5 звезд в принципе советую. Это интересный персонаж. И не у многих он есть, так как это как минимум свет. Поэтому начало игры да, и средняя оценка 6-7, лично моя. Можно использовать, кстати, и в данжах, что иногда конкретно вас спасет, особенно на огненном данже, так как вы проходите волны иногда даже тяжелее, чем сам босс в конце, поэтому, возможно, где-то вам и поможет персонаж. По рунам, опять же, Despire сет, и второй, там, не знаю, Energy, что у вас будет, то и одевайте, что у вас поначалу будет, так как это все-таки бюджетка, либо Swift, скорость. Также вариант есть одеть через атаку, то есть плюс 35% этот сет. Опять же, русский не помню. Вот, фатал называется сет. Плюс 35% атаки. Так как все-таки персонаж, она атакующий, и хоть какого-никакого, но урона вы добьетесь. Тем более массового, 2 скилла массовых. Вот, поэтому интересный персонаж, но лично для меня не более. Перейдем к тьме. Пара-пара-пам. Пам. Где наша темная представительница? О, вот она. Ну, такой прикольный, да, у нее светится кислотный такой цвет. Классно. Так, третий скилл такой забавный. Первый скилл то же самое. Второе, как у Меган. Вот вы видите, только у Меган и у Джины. Джина. Красивое имя. Кстати, хоть и атакер, но вы видите, родной показатель ХП очень-очень неплох. И скорость, как я вижу, у всех 97 начально. У всех. Итак, перейдем к третьему. Атакует всех врагов 4 раза, вызовов тернистых кустов. Ох ты, какая там. Плетет свои нехорошие штуки. Так, и усыпляет их на один ход с 50% шансом. Я так понимаю, 100% шанс поднимется. Лично я, как вижу, скиллы будут подниматься. Скорее всего, понизится откат. Прошу прощения. Итак, мы вернулись, прошу прощения, выбило с игры, не знаю почему. Ошибки бывают. Итак, к третьему скиллу вернемся, ее вызов тернистого куста. 4 раза всех атакует, каждого из монстров, я так понимаю, все-таки массовый скилл. И усыпляет их на один ход с 50% шансом. Я так понимаю, усыпляет она в конце, то есть по окончанию урона. 50% шанс. Я так понимаю, скорее всего, будет улучшаться этот шанс, то есть повышаться шанс этого прохождения сна. Насколько вы знаете, к примеру, вот я тестировал русалку воды, попадается она довольно часто, я думаю, многим, и третий ее скилл там 100%, ну, не, там не пишется 100%, усыпляет всех монстров, шанс вообще не пишется, на один ход. Насколько я тестировал, как минимум на вулкане, где ее только не качал, всегда 100%, ну, может, где-то я там проморгал или еще что-то, всегда она слипала, всегда, то есть... Я так понимаю, резист не важен, точность не важна на слип. Поправьте меня, если
я не прав, но мне кажется, что слип как минимум у нее, а также у Сильфа, ну, у Сильфа Тьмы, вообще имба, по-моему, и его вот этот вот слип на два хода. Хотя, в принципе, да, когда я проходил башню, допустим, босс кидал на меня слип, он почему-то не проходил на многих. Поэтому все-таки остается под вопросом. Но опять же, либо мне конкретно везло русалку прокачать до 5 звезд, как минимум 4 до 5. Вы понимаете, локацию я прошел как минимум 50 раз. Поэтому я бы уж, думаю, заметил бы, если бы она не накидывала сон свой. Так как у любого монстра как минимум всегда есть 15% резиста. Я думаю, вы это знаете и помните. Поэтому не знаю насчет этого скилла. Если шанс у нее повысится где-то хотя бы до процентов 75, то возможно где-то этот персонаж и зарешает вам бой. Особенно где его можно использовать. К примеру, в той же башне. Одеть на нее Despair Set, она сможет снять какой-то из бафов. Либо не даст навешать одному из персонажей, там, не знаю, когда вы будете проходить на линии какой-то. Вот, а также заслипит монстр, допустим, если она всех пятерых, да, вот вы в башне, она пятерых всех заслипала. Вы сможете бить того монстра, которого хотите, к примеру, бить, и одного вы будете контролировать, все остальные будут спать и так далее. Кстати, Веромос, насколько вы помните, не снимает слип. Да, это тот дебаф, который Веромос не снимает. Итак, и кстати, даже когда... А вот насчет этого точно не помню, но, по-моему, даже когда он в слипе и выходит со слипа, он даже не хилится, так как он не снимает этот дебаф. Вот насколько помню, да, так и есть. Вот, поэтому скилл, с одной стороны, интересный, с другой стороны, стрёмный из-за вот этого вот шанса. Но, с другой стороны, я думаю, невозможно было бы, и была бы имба, если бы всем нанести урон, так еще и 100% поставить всех в слип. Представляете, да, что в виллах она может делать? Я не говорю там постоянно всех, но каждый там, если вам конкретно повезет, каждый там второй-третий ход, ее ход, основной ход, она сможет всех слипать, урон наносить. Да нет, это бред какой-то получается. Да, это реально была бы имба. Поэтому скилл интересен, можно использовать в данжах. С одной стороны, к примеру, многие используют этого Сильфида Тьмы. Сильфа Тьмы, с одной стороны, он мешает, так как нельзя с Бареттой проходить, который накидывает постоянные доты, то есть он тот в слип ставит, а этот всех вышибает с слипа, то есть оно немного неудобно. То есть если у вас есть точечное ДД, хорошее ДД, Джина ставит, к примеру, если заговорить о Джине, да, она ставит всех слип, если вам, естественно, повезло, а точечными ДД, либо вы контролите одну цель, то есть вы берете ассист по одной цели и ее убиваете. В принципе, неплохой вариант, но опять же здесь шанс везения, как минимум, если исходить из этого 50% шанс, ну, такое вот. Если вы там, не знаю, дружите с китайцами, вы спите с разработчиками ComTuas, то у вас шанс, я уверен, будет 100%. 100%. Итак, ну, скажу так, средняя оценка для начала игры, интересный скилл, массовый ДД, назовем его так, скилл, снятие, опять же, дебафов и не дает возможность, снятие дебафа одного, и не дает возможность навесить дебафы, то есть шанс, кстати, по-моему, там с уровнем повысится до 100%, но опять же, все зависит от вашей точности и резиста противника. Поэтому для начала да, в конце игры, ну, скажу так, есть более юзабельные монстры. Поэтому в лейте я не слышу, не вижу, чтобы ее использовали. Поэтому средняя оценка ее для начала 6, даже 7 поставлю. Так как все-таки, если третий скилл будет вам прокать, вести на него, то вы, возможно, даже и на арене неплохо подниметесь. Вот. Ну и в данжах тоже что-то сможете получше зафармить. Поэтому вот такой вот обзор получился на всех этих персонажей. Скажу так, что и вернусь к тому, что все-таки... Покажу пример своей Меган, а перейду точнее к навыкам. Вот вы видите первый навык, если у вас нету Меган, либо вы ее хотите получить, либо там не получили еще, вот как он развивается. У всех персонажей он одинаково качается, то есть повышается шанс, он дорастает до 80%, и на практике это очень часто, она вешает доты, очень часто. Плюс повышается урон, ну урон это уже такое, то есть особого меню... огромного дэмэджа у вас все равно не будет. Итак, перейдем в ослабляющий эффект. Ну вот, как я и говорил, то есть будет 100% шанс. Плюс повысится немного урон и откат 2 хода. И третий скилл, ну,
вы видите. Если вам повезет один раз, там, не знаю, девилов не кормите, конечно же, но других представительниц класса, и у вас апнется третий скилл, поздравляю, вы выиграли миллион. Так как чаще сможете ходить и навешивать бафы, плюс ускорять ваши пати. Поэтому вот так вот покажу по поводу, покажу руны, которые использую. Ну вот, я же говорю, это мой... я его назову для себя бюджетный вариант для данжа, для того, чтобы ускорить себе фарм. И с помощью нее я себе сделал возможность 100% прохождение дракона, и я вроде бы как не фейлюсь. Сейчас, в принципе, это и покажу. Вот вы видите, руны далеко не топовые, видите, абсолютный бред, 3 раза гапнулась атака, опыт, по-моему, 2 раза. Вот здесь, ну, вы видите, абсолютный трэш одетый. Единственное, что я и догнал, поэтому не точу больше руну, вот, грубо говоря, 100 точности. Поэтому вот так вот, хп ей хватает с головой, скорости, в принципе, более чем достаточно для данжи точно. Для арены, конечно же, хотелось бы побольше, но вы видели мои руны, не особо мне прокало на скорость. Единственное, вот неплохая руна, 18%, более-менее неплохая. Поэтому вот так. Последнее, что запущу, наверное, покажу, что же... Оп, думал, что что-то будет. А, фигли. Так, где наш дракон? 10. И да, вот вы видите, мое стандартное пати, с которым я вот сейчас на авто прохожу, ну стараюсь точнее проходить. Иногда очень-очень редко, но я в принципе чаще всего, но с другой стороны вы уже скажете, ага, это уже не авто и так далее, то есть ты где-то подконтроливаешь, но это бывает 1 из 50, наверное, что на третьей волне, то есть ходит босс, точнее, и 2 его миньона, и босс добивает чаще всего, у меня если и умирает, ну вообще из этого минимума взять, то есть кто у меня умирает, это ведро. Вердехайль. Хотя почему он умирает? 20 тысяч хп, по-моему, даже 21. И защиты у него вроде как немало. Есть свой отхил с первого скилла, какой-никакой, но вы видите, вот 1000 хп он восстанавливает. То есть не могу понять. Белка у меня там в 2 раза, наверное, тоньше. 15 тысяч хп там вообще, короче, бомжеватое существо, которое не бьют. Ну, вы знаете, кристаллы, они не имеют стихии, хотя вроде бы многие думают, что это ветер, но на самом деле это бестихийные кристаллы. То есть они могут ударить кого угодно. Вот. Поэтому, как вы знаете, я часто использую на водяном данже Баретту, хотя многие скажут, зачем тебе Баретта, он же... И вот, здесь если я хочу побыстрее пройти, то есть я выделяю какой-то из кристаллов, либо левый, либо правый, один кристалл я добиваю, все, 100% я прохожу данж. То есть дракон, ну я не помню, чтобы хотя бы раз убил все моя пати, то есть последний дракон. А вот на этом иногда, очень редко бывают косяки. Вот, так как они здесь закидывают раскол, где-то там затупит мой веромос, еще что-то. Хотя вот когда я ему поднял скорость и сделал плюс 12, по-моему, скорости, хп добавил плюс 2000, умирать я стал чуть бы не в 2 раза реже, чем даже было тогда. Хотя тогда у меня был шанс прохождения 9 из 10. Сейчас шанс, ну, приблизительно, там, не знаю, 49 из 50, что я успешно пройду. То есть шанс реально поднялся. Вот, поэтому... Вот так оно и есть. И очень меня радует, вот если вы последите с FPS-ом, он у меня не падает, как раньше. Блин, я доволен, честное слово. Хоть FPS общий не поднялся, даже на единицу, но нет вот этих тупых зависаний, убийственных зависаний. И, кстати, не секрет, точнее, скажу то, что сделал. Я убрал Boost мод с биоса. Не знаю, как он точно называется, но точно он назывался там Boost. Вот, то есть я его убрал, насколько знаю, и сам для себя переведу. И для людей, которые знают еще хуже и понимают в этом, чем я. В общем, это ускорение вашего процессора. К примеру, вот у меня процессор... Какой-то у меня процессор. А, AMD FX 6300. То есть, к примеру, и... 3500 у него гигагерц, там чего-то там. Вот, то есть, к примеру, когда не хватает там ему, как бы это все перевести, так как уж, простите, я в этом не особо шарю, разбираюсь и тому подобное, но пытаюсь это как-то огласить, все-таки где-то нервничаешь, еще что-то, где-то заговариваешься, поэтому, когда ему не хватает там гигагерц, назовем так, он включает свой boost мод, то есть он увеличивает, так скажем, к примеру, если у вас 3,5, да, вот родной вот разгон вашего процессора, он повысит где-то там, ну это зависит уже от нехватки, повысит там, к примеру, до 4000,
Вот. Ну, из-за этого, как я понимаю, у меня и были вот эти вот лаги. То есть постоянная нехватка памяти и вот эти вот скачки туда-сюда, вот оно и, в принципе, мне давало и очень влияло на Nox. Ни в одной игре, там, я не знаю, вот я показывал, играл в Call of Duty, в какие игры я не играл, фильмы смотрел, YouTube открытый, фильм, игра, ничего такого никогда не было. А Nox, видишь ли, ты падла такое требовательная, сучка. Вот. Понимаете, да, о чем я? Поэтому, если кому-то, в принципе, помог, и у вас подобные проблемы, обратитесь ко мне, опишу эту проблему подробнее. Даже, по-моему, где-то я видел подобное видео, как вообще человек решал эту проблему, не именно с Ноксом, а вообще убирал этот буст-мод. Хотя, в принципе, загуглите, я думаю, вам это поможет. Вот вы видите, как проходят мои персонажи все это дело. Когда Меган была одета в свифте, и я пытался вот так проходить... Зачастую я проигрывал, так как Меган давала баф, не давала, где-то тупила, дотов не хватало, снять вот иммунку не всегда там могли они оба вместе с Беладеоном, поэтому часто проигрывал. Особенно вот вы видите, когда у монстра меньше 30% хп, то есть за счет своей, вот вы видите, пассивки, то есть на 30% наносит больше урона. А когда еще и кританет, еще и там дот хотя бы один висит на монстрах, то урон там колеблется чуть бы там не до 20 тысяч. Поэтому очень, вы видите, даже вот сейчас доты не висели, но ударил больно, очень больно. И сейчас это один из самых долгих прохождений, потому что вы видите, постоянно иммунка висит, ну не везет на снятие. Зачастую висит 3, там 4, даже 5 дотов от Верамоса, от Меган, и босс там вот такими кусками уходит быстрыми. То есть это я еще и долго фармил. Поэтому вот, как-то так. Заодно покажу ее же. О, покемончика дали. Нет, спасибо, не буду я покупать сегодня. Боже, ну и ценная жизнь. Даже кто донатит, я надеюсь, вы не покупаете вот эту фигню. Так, а тут у меня пати вот такое. И сейчас, так. И кого я там еще использую? И белку. Вот, то есть пати получается вроде бы как лидерка на хп, но за счет всей вот этой скорости Бернарда, его бафа, его ускорения, плюс Меган, когда походит, тоже ускоряет, плюс еще и если хп ниже 50%, у одного из членов пати белка также хп, ну, восстанавливает, также ускоряет, то есть 3 буста на скорость, плюс 2 подхила, есть бафы все, которые нужны, единственное, по-моему, еще бы на крит шанс, если бы кто-то давал, было бы вообще чудненько. Поэтому вот эта пати, которая у меня сейчас есть, она никогда не проигрывала. На волнах вообще не бывает проблем, даже с более слабыми. Ну, не мне вам рассказывать, я думаю, те, кто фармят B10, понимают, о чем я. Волны слабые, босс в конце иногда оказывается проблемным. Вот. В идеале для меня сейчас прокачать Люшена и поставить его даже вот в мою пачку, да, вместо Верамоса. Если более-менее хорошие руны одену на Люшена, даже какой-то там Деспайр, который у меня, в принципе, есть на крит дамагу, неплохой. Хотя, естественно, на него топ это Рейдж, ну или хотя бы Фатал, 35% хотя бы Фатал. Поэтому, думаю, одену его так, средненько и попытаюсь использовать его здесь. Если будет с ним проходить тоже со 100% шансом, то буду использовать через Люшена, так как у него лидерка добавляет 30% в данжах скорости, поэтому будет очень-таки неплохо. Вот, что бы еще хотел сказать. Кстати, я думаю, многие видели обновление, которое в эвентах, вот. Многие написали, что это имба, Ракис, что ты считаешь, что ты думаешь по поводу вот этой вот, особенно, ну, многих парят руны. Я думаю, вы видели, как будут меняться статы в рунах и так далее, то есть два вида новых камней, к примеру, да, у вас там есть точность на вашем основном стате, вы хотите поменять там на хп, либо урон, я так понимаю, еще и нужно руну эту определенную выбить, и теперь будет проблема, к примеру, да, вот вы фармите данж, опа, вам упала там 6-звездочная руна, 2-звездочная, и вы молитесь, чтобы там была, не знаю, там, либо атака, либо скорость, ну, естественно, чаще всего скорость ждут. Ну, естественно, смотря какая руна и кому куда надо. Вот. А там попадается какой-то деф, даже беспроцентный, либо атака беспроцентная, там, не знаю, хп беспроцентная. То есть вы ту-ду-ду с такой печалью нажимаете кнопку «Продать», потому что вам эта руна нафиг нигде не закатит и не нужна будет. Поэтому сейчас у вас будет проблема, когда вы будете фармить, и вам также, я так понимаю, будет падать этот камень.
И, к примеру, там, не знаю, у вас есть 4 стата, 4 хороших стата, но, к примеру, вы один из них, там, не знаю, скорость вам не нужна, вы хотите поменять там на крит шанс. А у вас там, не знаю, упала руна, которая там может вам поменять вашу же скорость на точность. А точность вам либо нафиг не нужна, либо уже есть. То есть вы понимаете, все равно это будут проблемы. То есть это не означает, что вы выбили первый такой вот кусок, назовем его так, улучшения руны, и все, вы там поменяли. То есть это не имба, но в принципе, это в любом случае усилит уже стоящих в топе людей. Опа, прошу прощения, битва боссов. Порядок, босс на планшете, видимо, сбилась. Извиняюсь. То есть, да, естественно, я здесь бью все через босса. Нет смысла убивать здесь кристаллы. Они достаточно толстые. Да и попросту действительно нет смысла. Веромозг все проблемы убирает, все эти дебафы и тому подобное. Вот вы видите, не всегда, конечно же, Меган, вот что я и говорил. Дебаф висит, но баф она не сняла. То есть, это один из вариантов. Вот такая вот фигня малята. Тут и вы видите, часто насыпаются. Что бы еще хотел бы по поводу совета, также вам здесь достаточно неплоха была бы иммунка. Во-первых, очень хорошо заедет Делфой. Да, Делфой очень хорошо заедет. Во-первых, подхиливает, во-вторых, кидает откат. К примеру, реже босс будет там использовать свой второй скилл. Ну, проходит очень редко на практике. Что еще? А, ну, естественно, подхил и иммунка, это самое важное. Вот. И с первого скилла, по-моему, там замедление, если Делфой критует. Что тоже неплохо на босса закинуть. Так. Раньше я использовал Шеннон вместо Меган, то есть она закидывала замедление на всех, то есть на кристаллы, на самого босса, это тоже было неплохо. Но сейчас я тоже могу использовать Шеннон. С Шеннон пройду дольше, но еще стабильнее, то есть умереть вообще нереально. Там, во-первых, баф на 3 хода, плюс замедление, плюс гланс на боссе. А замедление плюс гланс — это вообще босс, если и ходит, так еще и часто там никого, там, не знаю, там дебафы не накинет, урон слабый, там не кританет и тому подобное. Вы понимаете, о чем я говорю. Но с Меган я просто быстрее это делаю, так как руны мне уже позволяют и просто уровни монстра. Поэтому, думаю, чем-то вам помог. Обзор, надеюсь, был достаточно интересен. Продолжу я, конечно же, в том же духе и все чаще выпускать эти рандомные обзоры монстров. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видео. Оценивайте видео, пишите мне ВКонтакте, задавайте вопросы, комментируйте, редактируйте, так скажем. Где-то я, возможно, что-то не так сказал. Учимся вместе, также и развиваемся. Всем удачи, всем побед, добывайте хороших монстров. Пока!